Сегодня в социальных сетях появилась информация о пропаже ребенка в Славянске на Кубани. В частности, ее распространяют по WhatsApp. Фотография ребенка сопровождается аудиозаписью. Уважаемые родители, большая огромная просьба сделать максимальный репост фотографии. Может, кто-то где-то в городе видел, может, ребенок уехал на автобусе, всякое бывает. Пожалуйста, сделайте максимальный репост по фотографии. Сотрудники полиции просят крайне осторожно относиться к информации, распространяемой в соцсетях, и прежде чем предпринимать какие-либо действия, уточнять ее достоверность в отделе МВД. Информация о пропаже несовершеннолетнего ребенка в дежурную часть отдела МВД по Славянскому району не поступала. О всех чрезвычайных происшествиях просьба сообщать дежурную часть отдела МВД по Славянскому району по телефонам 210-72 или 102.